всего, вы видели реализацию этой формулы на геометрической картинке. Давайте вспомним. Есть такое число Фибоначчи 8. А 8 в квадрате это что такое? 64. Это шахматная доска, правильно? 64 клеточки. Давайте вспомним, что когда у нас есть шахматная доска, то можно ее разрезать на кусочки таким образом, чтобы получилось не 8 на 8, а чтобы получилось размером 5 на 13. Давайте вспоминать, как это делается. Вот наша шахматная доска, да? Наши 8 клеточек. Вам страдетно сделать раз быстрее и легче, ничего. Что мы хотим? Мы хотим сделать так, чтобы получился в результате ответ с участием чисел 5 и 8, то есть с участием числа 12. Что для этого в первую очередь надо сделать? Ну понятно, что надо отсчитать 5 клеточек. Это не проблема. Вот я вам отсчитал 5 лет. Замечательно. А вот дальше нужна какая-то замечательная идея, и у нас все получится. И смотрите, что такое число 13? 13 – это 8 плюс 5. Значит, я должен так хитро разрезать эту доску, так хитро расположить кусочки, чтобы у меня доска 8, размером 8 на 8 перепланировалась бы в доску размером 13 на 5. Кто догадается, или может быть кто-то помнит, как это делать? Такая классическая картинка. Что-то куда-то приставить, и вместо квадрата 8 на 8 появится прямоугольник 5 на 13. Ну, на самом деле, конечно, природа не обманчива. 64 – это не 65. Поэтому чуть-чуть какая-то ошибочка на картинке будет, но очень такая незаметная, не очень небольшая. Всего лишь в одну клеточку, и она будет как размазана. Давайте вспоминаем, кто знает. У кого есть еще одна задача, могу сказать, на какой странице эта картинка там расположена. Страница 56. Два треугольника и две трапеции. Как я могу это превратить в прямоугольник размером 13 на 5? Вот этот треугольник. Представить его к этой стороне. Видите, здесь три клетки. Представляем сюда, куда вверх пойдет. И взять вот этот треугольник, представить его сюда. Здесь пять клеток, здесь три клетки. Все совпало. Обратите внимание, я сумел доказать, что 64 равно 65. Потому что я разрезал квадрат размером 8 на 8 на 4 кусочка и сложил из них прямоугольник размером 5 на 13. Согласны? Есть какая-то чуть-чуть, но ошибка, да? Все-таки, конечно, не в точности у меня там совпало. Кто объяснит, где на картинке происходит нестыковка? Если аккуратно в тетради нарисовать, что я вас прошу сейчас всех сделать, да, вот по клеточкам, по линейке, аккуратно нарисовать такую картинку, то где-то происходит нестыковка. Вопрос, где? Что именно не получается? В каком месте я вас немножко обманул? В каком месте картинка чуть-чуть, но неправильно? Да. Какой угол? А, это называется угловой коэффициент. Абсолютно верно. Ребята, если вы посмотрите на угловой коэффициент вот этот,
Это называется тангенс. Отношение вот этой высоты к этому. Смотрите, здесь две клеточки, а здесь пять. Какой тангенс? Два к пяти. Вот так пишется, Лена? Две пятых, так? Отлично. А у треугольника какой здесь угол? Какой тангенс? Три. Каких? Восьмых. Господа, вот это дроби на самом деле близкие, но разные. Объясняю почему. Чтобы сравнить дроби, их нужно привести к общему знаменателю. В данном случае число 40 делится и на 5, и на 8. Да? Сороковых, и здесь тоже сороковых. Давайте посчитаем. Здесь надо умножить на 8 число делится на 5. Получается 16 сороковых. А здесь надо на 5. Получается 15 сороковых. Ошибка в угловом коэффициенте 1 сороковая. Ну, на самом деле, эта ошибка не такая уж и маленькая. Да, что? Нет, конечно. Такого же типа ошибки есть и в других местах. Вы абсолютно правы. Вот здесь вот, если вы посмотрите, здесь вообще 1 к 3. Вы об этом говорите, да? Что здесь должно быть 3 к 8, если по треугольнику. А если вот так вот, как я здесь нарисовал, то если бы проходило через эту точку, то был бы коэффициент действительно 1. Вы правы. То есть здесь вот эта линия на самом деле не прямая. Эта линия не прямая, она чуть-чуть, но изломана. То есть, повторяю, ошибка одна в одну сороковую не такая уж маленькая, но и не такая уж большая. Если бы я не ленился рисовать клеточки, то я мог бы взять большие числа. Вот смотрите, я взял вот эти числа, да, там 3, 5, 8, 13, вот в этом месте я работал, да, взял доску 8 на 8 и... Взял доску 8 на 8 и ее резал. В принципе, я точно так же мог взять доску 13 на 13 лет, или 21 на 21. Чем большее число Фибоначчи я бы брал, тем на глаз была бы менее заметна эта ошибка. Дело в том, что когда берешь большое число, там вот эта вот линия будет совсем длинной, а ошибка, которую мы размазываем вдоль линии, это все равно та же самая одна клетка. Ну и естественно, если возьмешь число Фибоначчи, то вообще на глаз будет совершенно невозможно заметить, что же там как.